Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с версии 3.0.2. И в прошлом эпизоде мы нашли Райквазу, как бы там не одну Райквазу, их заспаунилось там просто, ну, нереальное количество. И что-то у них там заглючило или чё, ну, в принципе, не знаю. Одну мы словили, поэтому одна у нас уже есть, да. Сейчас мы будем прокачивать вот этого Тиртугу. Вот, за одного босса ей уже 8 уровней дали. Отлично. И, в принципе, как и говорил, ребята, то время, как я буду прокачивать покемонов, да, я плюс к тому еще буду искать себе глину, так как мы будем делать себе магазин, да, а магазин я хочу сделать с глины. Ну, так мне хочется, чтобы было какое-нибудь разнообразие, чтобы не все дома в городе были деревянные или еще какие-то. Сделаем с глины, с кирпича, да, потом сделаем себе, например, с камня, да, потом с камня и дерева, посмотрим. Ну, в принципе, глина, будем ее добывать. Че, у меня уже места нету, да, нету, поэтому давайте вот выкинем вот это. Уже стак там сейчас будет. Вот это выкинем. Итак, дисков у нас уже там. Добудем себе немножко глины. Все, отлично. Да, уже ни хрена себе там глины. О, еще один покемон босс. Еще. Зеленый. Давай, псайпик. Отлично. Голдин. Да, давайте вот. Ух. Воздух. Давайте, чё бы выкинуть. Айсбим, раунд, давайте вот это. И гиробол. И вот это, да. Сейчас мы давайте пойдем домой. Поставим вот это все более-менее в сундуки. И уже можно поставить на переплавку вот это и вот это. А вот это все мы поставим в сундуки. Да. Тут что мы можем поставить? Ничего. Давайте тогда идем вот сюда. Тут мы все диски поскладываем. Вот так вот. Тут вот это. И вот это. И вот это. Тут нет, сейчас секундочку. Да, вроде все. Тут у нас вот это идет и вот это. А тут вот это. И еще вот тут я забыл. Нет, вот так. Вроде все. Да. Да. Так, пойдем и дальше глину искать, так как, в принципе, да, у нас полтора стака глины есть уже, но там просто нереальное количество глины нужно, чтобы найти себе более-менее большое такое количество, ну, чтобы сделать себе кирпичи много, так. Сейчас, ребята, сейчас. Так, вот что я сделаю. Или не отпуск, или... Или фиг его знает. Давайте все-таки действительно поставим. О, там еще один покемон босс. Вот так. Чтобы и прокачивать Мьюту до 100 уровня. Ну, в принципе, не знаю как, но... Ну, локейдж, чтобы прокачивать Мьюту быстрее, да, там идет двойной опыт. Идем мы вот сюда. Вот так вот. Отлично. Так, наш Тиртуга уже 16 уровень. Сейчас, ребята, давайте мы пойдем все-таки поспим, наверное. Шани поки... Шани Джуду, твою мать. Я понимаю, что это Шани, но Джуду... Джуду.
Не хочу я его ловить. Чел. В смысле, Geodude, да, отлично, но то, что Чел. Это Geodude... Duskball. Давайте попробуем его вот... Вот этим словить. Если не словится, попробуем вот этим. Если не словится, то не буду я ловить. Я понимаю, что это шайни, но как бы шайни Geodude это... Не знаю, ребята. О, ну в принципе отлично, словили мы Шенни Geodude сразу же. С Duskball'ом. Тут у нас где-то покемон босс, да, должен быть, но он в земле. Тут у нас... Тут у нас еще должен быть один покемон босс. Где-то вот тут. Но он тоже в земле. Ну давайте попробуем. Если упадем в лаву, то за секунду мы должны телепортнуться обратно куда-то в воду. Так, тут просто куча фосила и... Нет, уже нету вот того босса. Ух. Так, лучше вот сюда. Ну, в принципе, словили мы Geodude, мало того, что словили Geodude, так он еще и шайни. Отлично. Сейчас, ребята, давайте пойдем, в принципе, давайте, да, поспим. Вот что я хотел, поспать. Поспать нужно, чтобы ночью не бегать. О, нет, сначала. Нет, только не Фиру, только не Фиру. Ху, успели. Ну, зубак. Просто они летают очень быстро, стали летать, и поэтому фиг их словишь. О! Покеболы, отлично. Покеболы пригодятся, так как это покеболы, да. Сейчас. Кто там еще есть какой-то такой большой уровень, чтобы его можно было... убить. Так, 26-й, в принципе, давай быстренько мы тебя, пум, один уровень прокачали. Этот Мью, это вообще сдуреть можно, он с одного удара почти любого покемона. Ну, это же Мью, да, понятно. Так, идем поспим, так как, наверное, уже у Мью там ух ты, это что еще за покемон, так как там у Мью еще и кончаются атаки уже. Ну, вот. А, так. Отлично. Сейчас куда бы нам пойти? Кого бы нам прокачать? Geodude мы прокачаем, ребята. Базикен. Офигенный покемон вообще. Вот. Красавец какой-то. Блейзикен, да. О, так, это опять летающий. Летающая зараза. И вот словить вот этого покемона, это сдуреть можно просто-напросто. Если близко к нему не подходить, то может он не будет убегать. Вот, отлично. Так, давайте вот этим попробуем. Дабл кик. Ну, в принципе, да, он еще и файтинг. Даже по виду похож, что он файтинг. Но он как бы не очень попадает по нему. You can switch Pokemon right now. Что за хрень? Он использовал на меня какую-то атаку. Ладно. Ладно. Да чё за хрень? Чё я не могу менять покемона? Чё он на меня атаку какую-то использовал? Ну, вот этим покемоном мы того не убьем, мне так кажется. Или может убьем, фиг его знает. Отлично, ни хрена себе, сколько там опыта дало. Так, отлично. Иди, в принципе, сейчас, ребята... Пикачу, да чё ты... О, давайте вот этим попробуем его убить. Если он, конечно, Пикачу не убьет с одного удара, давайте Лифт Торнадо.
Ух ты, ни хрена себе, нормально, нормально. Нормально, да, нормальный такой урон. Отлично. Так, вот это Глустон мы поднимем, так как потом может пригодиться для Раркенди. Но так как сейчас, в принципе, новая версия, ну как бы в этой версии уже золотое яблоко не делается с 9 самородков, да, с 8. А делается с 8 золотых слитков, я так вроде знаю. Или помню, ну фиг его знает, что-то такое, но... Фиг, я не знаю, как... 8 золотых слитков это уже слишком. Поэтому я, наверное, сделаю так, что в магазине я поставлю одно золото... одно железо. Можно обменивать на одно золото. То бишь 8 железа это 8 золотых слитков. И за 8 железа как бы... И одно яблоко можно сделать себе... Ну... Можно сделать себе вот как там его, ну, Раркенди, да, точнее одно золотое яблоко, а потом уже сделать Раркенди, так как 8 золота искать, это уже еще один мюз заспавнился. Да вы что, издеваетесь, что ли? Я говорю, вот эта новая версия, это уже это какое-то читерство, или мне так кажется, или просто... А вот сейчас, ну, как-то легендарные стали вот так часто спавниться, что это сдуреть можно. Это или они что-то там нахимичили, или... Ну, я не знаю, что я мог нахимичить. Но суть в том, что вот еще один мью, ловить я его не буду, только потрачу один мастербол, но зато давайте, не знаю, не буду я убивать мью, это же мью, да, пускай он живет там... Ну, нету смысла ловить еще один мью. Зачем? У нас есть мью, и тем более у нас есть уже мьюту. А так мы потратим... Да, в принципе, у нас и мастербола нету, ребята. Мы же словили Райквазу. Поэтому пускай он там живет. Ну, действительно, что-то нереально начали спавниться вот эти все легендарные покемоны. И, в принципе, ребятки... Что? О, так. Сделаем себе ультрабол потом. И в принципе, что я хотел. Да, действительно, я сделаю так, что будет как бы продаваться так, а одно железо будет продаваться. Типа даешь одно железо и получаешь один золотой слиток, да? Так как действительно это. Чтобы сделать, например, там 5 раркенди, то есть 5 уровней для покемона, да, нужно почти там 40 золотых слитков. А чтобы найти 40 золотых слитков, я думаю, вы представляете, сколько тут нужно времени в пещерах провести. Это сдуреть можно. Ух ты, это что за покемон? Карвания? Хрен его, карванах? Фиг его знает, как это читается. О, покемон босс, покемон босс, покемон босс. Мьюту. Отлично. Ух ты, King's Rock, это что такое, ребята? Кто знает, напишите, пожалуйста. Так, сейчас, ребята, давайте мы пойдем куда-то домой, наверное, все-таки. Да. Ну, давайте посмотрим, какие у нас уже, в принципе, есть покемоны. Ну да, Мью, Аэродактиль. Я где-то Пичу слышал, или мне Пичу? Пичу. Ну, не буду я его тоже ловить пока что. Нет смысла. Райкваза и Шайни Джиодут, ребята. Вот то, что сейчас еще один мью заспавнился, и плюс к тому в предыдущем эпизоде 4 Райкваза заспавнилось за пару секунд. Ну, как бы, как видите, все, уже Райкваза не спавнится, ни одна. А вот тогда за пару секунд столько штук заспавнилось, дуреть можно. В принципе, ребята, давайте мы еще пойдем куда-то сюда. В пустыне у нас тоже, да, спавнится какой-то легендарный. И в пустыне, и в море. Поэтому, наверное, в море мы тоже будем частенько так выходить. О! Так. Отлично. Сейчас еще одного убьем.
Так, куча уровней, но ничего не выпало. Ладно. Сейчас. Вот еще вот этих можно пару штук убить. Они тоже, в принципе, всегда большие уровни, как я знаю, 45-й. И вот тут еще один. 35-й. Отлично. И в принципе все, ребята. Давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сейчас это что там еще за покемон? Давайте еще вот этого. Я там Сайтера видел. Ну, в принципе, ладно. Все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем. Всем.